Сегодня на машине мы решили доехать до Котовского водохранилища, так называемого Котовского моря. Машин наш готов в путь. Мы тоже. Неожиданно. Не могу не снять. Ну просто красота. Я уже готова, ё-моё! Вау, какой тут воздух. Правда, ехали мы сюда с приключениями. Потерялись, поехали не туда. Навигатор этот пляж не находит. Только пока я точку не поставила на карте, только тогда мы поехали как надо. Женька на нас ругался. Ириш, ты тут спать останешься? Да, на самом деле, этот пляж найти легко, главное знать, куда ехать. Просто мы не туда поехали. Мой навигатор говорил направо, Женькин навигатор говорил налево. И Женька послушал свой навигатор и не послушал меня. А потом сказал, что вообще, чего в Тамбове нам не купается, зачем мы поперлись в Котовск. Но тут же такой воздух. Тут такой песочек, тут такие сосны, просто обалденные. Там видно воду, воду видно. А вот и Котовское море. Официально оно называется Тамбовским водохранилищем. Вообще его строили. Это водохранилище думали построить в Тамбове атомную электростанцию. Но передумали, слава богу, а море осталось. Песочек как в пустыне. А вокруг лес. Сосновый лес. Чувствуешь воздух? вот оно море. Наше местное. What?
Визуально вода вроде бы не грязная. И дно ровненькое, песчаное. С детьми, в общем-то, прям замечательно. Вот тут такой узенький проходик, а дальше там большой-большой песчаный пляж. Вон народ играет в футбол. Я так понимаю, пляж неофициальный, и никакой как таковой пляжной инфраструктуры тут нет. Хотя в интернете было написано, что тут и кафе, и чего только нет, но тут нет ни кабинок, нет ни туалетов, ну и тем более нет никаких кафе. Песочек такой по структуре интересный, он прям упругий, ну, сыпучий. Наш водитель устал.